привет! С вами Китти-Кит. И сегодня я буду работать доставщиком вместе с моим другом. Так, эй, ты куда побежал? Ты куда? В машину? Так там вон автобусная остановка какая-то нарисована. Ну, пошли. Ой-ой-ой, подожди, я не взялся. А, нет, я за него подержусь. Пожалуй, подержусь. Тогда что ж ты делаешь-то? Так ты ж меня переехал, ну, друг называется. Так, пойду-ка я пипи сделаю. Кажется, мне срочно надо пипи. А, не дают пипи, ладно. Пойдем посмотрим, какое задание. Кстати, а почему там автобус нарисован? Давай-ка, давай сбегаем, посмотрим, что там за автобус. Может, там какой-то новый крутой... Ух ты ж, здесь на горе целая куча каких-то штук. Зачем колеса и мусор на город? А что, мусорная свалка? Фу! Кажется, фу-фу. Так, здесь что тут у нас такое интересненькое? Вау! Да, это ж крутой какой-то доставщик. Вот это новости. Вот это я понимаю. Сейчас берем. Так, надеюсь, никакой мне... Ой-ой-ой-ой, да что ж ты, ты может, прыгнешь уже по-нормальному? Так, опаньки. О, все. Погнали, посмотрим. Эй, прости, друг, залазь скорее ко мне. Нет, не хочешь, как хочешь. Прости, я чуток переехал. Это что туда там надо? Что, куда ехать? Куда едем? Погнали. Все, погнали вместе. Интересно, для чего мне надо туда ехать? Может быть, там что-то какая-то работа... Ау! Вау, ё-моё, кажется, аварийка случилась. Опаньки. Все нормально. Держимся, ты держишься? Держись, друг. Ты чего не держишься? Друг, ты идешь? Друг. Все, пошли. Да держись уже. Пошли, там нам что-то поработать надо немножко. Грузчиков вызывали. И что здесь надо делать? А, ладно, давай посмотрим. Я что-то не поняла, почему нас сюда звали. Давай посмотрим, может быть, здесь есть какое-нибудь задание для нас. А, вон туда, наверное, надо сбегать. Давай, погнали туда. Я так понимаю, что нам вот здесь, может, нет задания? Да, вот здесь какое-то задание. О, сейчас посмотрим, что там нас ждет. И, пожалуй, погрузи посылку в вертолет и лети. В смысле вертолет? В смысле? Я еще не получила права на машину даже, а вы мне в вертолет? А, это странно. Это странно, ну ладно. Ну ладно. И опаньки. Опаньки, сейчас опаньки. Почти погрузили. Да что ж ты забрал-то, ну, дружечек. Дружочек, пирожочек. Так, давай, я тебе помогу. Да что ж ты... Давай, пошли вперед ко мне. Ко мне иди. Отцепись. Вот так, давай. И я отцепляюсь. А ты что делаешь? Опаньки, что-то не то делаешь. Да что ж ты меня швыряешь-то во все ивановские штуки. А, да ладно! Вот это дружочек, пирожочек попался. Кажется, нас расшандарашило. Ой, кажется, мне бабошечка. Ладно, пойду еще посмотрю задание. Может быть, для такого суперспециалиста есть еще какое-то задание? Сейчас посмотрим. Прости, друг, то дальше я сам. Погрузи посылку в вертолет. Давай. Так, отойди немножко. Да, что ж ты? Я тоже это сделала. Ладно, бывает, наверное. Опаньки, как же это больно. Нет, ну я так понимаю, что нам надо все-таки это сделать. Давай, нажимай кнопку, а я попробую. И чё? Чё у нас кнопка? Так, погрузи посылку в вертолет. Ладно, давай. Отойди. Опаньки. Так, и чё? Что у нас тут вот так? Давай попробуем вот так вот. Опа. Да ты куда полетел же? Ну, товарищ, ну сейчас взорвется ж все. Погоди. О, почти поставили. Отпускай. Или держи, а я полечу. О, полетели. И чё? А кто-нибудь летать умеет? Куда летим? Ага. Куда лететь надо? А, прости, друг. Я, кажется, не знаю, куда лететь. Да какой небоскреб? Да что ж ты будешь делать-то? Я так понимаю, что где-то она сзади.
О, вот, туда. Все, полетели, полетели. А как управлять, как управлять? А, нет, 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 только не это, только не это. Я, кажется, сейчас взорвусь. А-а-а, катапультируемся. Фу-ху-ху. Кажется, что-то я сделала не то. Пойду-ка я уничтожусь. Где там мой дружочек? Вот он мой дружочек. Я к тебе бегу. Давай другую миссию возьмем. Это нам пока не по плечам. Давай что-нибудь попроще. Вот там, да, выбирай миссию новую. Около заводика, наверное, есть что-нибудь подходящее. Ты что? Что ты делаешь? Товарищ, ты че? Ой, да ты че? Что? Что? Он куда-то полетел? Не-не-не, я туда не полечу. Я такого не хочу, я только что упала с вертолета, разбилась в море прям. Так, а что это тут у нас? Так, а что тут у нас? Что тут у нас за посылочки? Ага. Используйте погрузчик. Давай, посмотрим. Что делает погрузчик? Сейчас посмотрим. Ай, блин, да что ж ты? Так, я так понимаю, что его надо вперед. Теперь вперед чуть-чуть. Ага, теперь надо занести. Занести, занести, занести. Сейчас занесем. Там вон мой друг уже идет. Погоди, пока только не это. Не нажимай раньше времени. А, не-не-не-не, погоди. Не нажимай пока, пожалуйста, вот. Нет, еще надо чуть-чуть подержать. Да что ж ты? Да что ж ты? А нет, да что ж ты будешь делать? Ай, да я без погрузчика погружу. Так, сейчас запрыгну, погоди. Я сейчас без погрузчика все справлюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вы говорите за посылку? Да 100 тысяч долларов только США. 100 тысяч долларов США и все в порядке. Да что ж ты будешь делать? Ты придется погрузчиком все-таки пользоваться. О! Опаньки. Сейчас. Секундочку. Наконец-то! 10 баксов у меня в кармане! Ура! Хоть что-то я не провалила! Да, это было сложно. Так, где мой друг? Пойдем поищем, где мой друг. И поищем, бежим. Ищите работу. Рядом есть заказ на доставку, отмеченный маркером. Окей, давай посмотрим, где он. Друг, ты где? Ты что там делаешь? Подожди меня, я бегу к тебе! Интересно, где он? Интересно, что он делает. Так, он что-то делает, походу. Ой-ой-ой-ой, скорая помощь. Не к добру, не к добру. А вдруг это... А, что? Что случилось? Ёшечки-матрёшечки. Кажется, что-то пошло не так. Ладно, давай посмотрим. Новая доставка. О, здесь есть доставочка. Я так понимаю, что друг у меня где-то далеко. Ракете не хватает деталей, чтобы взлететь. Это что-то интересненькое. Так, доставить в доки надо. Окей. Да что ж ты будешь делать-то? Опаньки. Я погрузила с первого раза, ребята! Я реально с первого раза погрузила. Так, и что здесь теперь нам надо ехать, я так понимаю? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, в смысле? Посылка, ты чё валишься-то из рук? Тебя легче пешком утащить, чем вот так вот. Так, и... Давай ещё разок. И, пожалуйста, погрузись. Вот так вот, давай, держись тут. Я очень тихонечко поеду. Так. Так, держимся. Тихонечко едем. Я так понимаю, что нам надо в ту сторону. Теперь главное не торопиться. Я поняла.
Торопыжись никому, ни к чему хорошему. А, ё-моё, ё-ё-ё. Блин, так, а чё он так гонит, Эш, вроде тихонечко совсем? Я вроде совсем тихонечко, а он... Так это мусор летает. Так, а где там доки эти? Вот, туда дорога ведет. Сейчас посмотрим. Да, в смысле? Это вообще нечестно. Это вообще нечестно. Придется машину чинить. Мне кажется, что там уже от посылки ничего не осталось. Ну ладно. Понесли. Ух ты, там воздушный шар еще есть. Это круто. Так. Опаньки, опаньки. А-а-а. Да что ж ты? Я, кажется, промахнулась опять. Давай, вместе. Вместе веселее. Да что? О, молодец, загрузил. Спасибосики. Спасибосики, я, кажется, даже шпагат села. Да, о, спасибо, ты вообще друг меня спас. Неоднократно спас причем. Все, садись, 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 садись и держись. Держись, можешь за меня держаться. Я так понимаю, что мы туда вот едем. Куда-то. Хотя, погоди-ка, нам надо вот сюда ехать, что ли? Блин, ски, здесь дорога-то еще какая. А что, так можно было? А если мы в реку утопим? Прости, прости, друг, прости, 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 я не хотела. Я не знала, что здесь такие дороги еще есть. Так, окей. Я, кажется, а вон, туда вниз нам надо добраться, ясно. Все понятненько, понятно. Да ты что делаешь-то? Сядь обратно на место. Посылка, посылка, посылку спасай. Эх, друг, друг, придется брать и бежать. Я так понимаю, что самой. Я даже не знаю, вон там я почти добралась, но... Почти, опа, о, все, все, гуд. Гуд, все в порядке. Я поняла, что туда, но несемся. Опаньки, кажется, что-то пошло не так, но... Ладно, по песочку, здесь вроде идти-то было, всего лишь-то ничего. Вот, все, я... Эй, ты куда? Ты куда от меня ушел? Краб? Здесь какой-то краб ходит, ё-моё. Вы видели вообще, какой краб? Сейчас... Ой, ё-моё, что случилось? Кто меня бабошнил? Я, кажется, шандарахнулась об стену. Наконец-то 50 баксов мои! Фух! Это было сложно. Это было тяжело. Ну-ка, а что здесь такое? Здесь лодочкой можно плавать? А давай посмотрим, может здесь задание для лодочки есть? Да подожди с доставкой, я тут хочу посмотреть, что здесь интересного. А что здесь такое? Что здесь такое? Ладно. Птички какие-то летают. Пойдем на лодочке покатаемся. Любому доставщику нужен отдых. И мне в том числе. И погнали! О-хо-хо! Вот это я понимаю, вот это жизнь. Мне кажется, я давно о такой мечтала. И... Опаньки, кто-то потонул. Бывает, досадно. Что тут скажешь? Ну ладно, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии, если вы играли в эту крутецкую игру и меня засосало. Фух. Ё-моё, я переломала себе все косточки и утонула еще. Ну все, капец. Фух, вот так вот и съездила на курортик. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии, если вам понравилось это видео. А я пойду отдохну немножко после трудового дня. И перекушу он какой-нибудь рыбешкой, что ли. Давай, рыбу, рыбу спасем, спасем, в море несем. О,
сама утонула, но рыба спаслась, нет? Рыба, спасайся! Рыбошка, пожалуйста! Кажется, она была неживая. Ну ладно, тогда поотдыхаю немножко. Все, отдых мое, все. Все, шикардос. Фух, устала я сегодня работать, однако. Все, ребят, всем пока-пока.